dog. Приветствую вас в программе Good Dog. Собака породы французский бульдог – это источник ласки и доброты для всей семьи. Эти невероятно милые и очаровательные создания обладают невероятным собственным шармом, хотя, строго говоря, черты их внешности нельзя назвать правильными по канонам собачьей красоты, если таковые вообще имеются. Порода французский бульдог имеет очень любознательный и веселый характер. Они игривы даже в зрелом возрасте и любят разноцветные игрушки. Как выбрать щенка французского бульдога? Смотрите прямо сейчас. Good dog. Достаточно подвижные, компактные и дружелюбные французские бульдоги очень популярны. Щенки выглядят умилительно и забавно, но к выбору собаки нужно подойти очень внимательно. Приобретаемое животное обязательно должно быть здоровым. При выборе щенка следует обратить внимание на характерные показатели. Гладкий и блестящий шерстный покров. Наличие на животике небольшой жировой прослойки. Отсутствие вздутого или слишком твердого живота. Отсутствие на кожных покровах покраснений или высыпаний. Глаза одинаково окрашены, ясные, без наличия гнойных обильных выделений. Слизистая полость рта розового цвета, не слишком бледная. Зубы должны быть не только крепкими, но и ровными, с характерным породным прикусом. Носик щенка должен быть влажным, черного цвета, но допускается и пятнистость, которая должна полностью пропасть после 5 месяцев. Здоровая собака обладает чистой и без покраснения анальной зоной. При выборе щенка нужно помнить, что уши у собаки такой породы могут вставать со временем примерно в возрасте 2 месяцев, поэтому в возрасте 1 месяца достаточно просто убедиться в здоровом состоянии ушей. Они должны быть чистые, без выделений и неприятного запаха. Кобелей требуется проверять на крипторхизм. Щенки в возрасте 2 месяцев должны иметь оба яичка, опущенных в мошонку. Необходимо обратить внимание на лапы собаки, которые должны быть ровными и крепкими, а движения малыша – скоординированными и незажатыми. Лучше выбирать щенка французского бульдога с хорошо развитой грудной клеткой и большой головой. Корпус сук должен быть удлинен, а у мальчиков, наоборот, предпочтителен короткий корпус. Еще одна особенность, которую нужно учитывать при выборе французского бульдога – это храп. Представители породы склонны к храпу, но щенки, имеющие большие ноздри, вырастая, как правило, не храпят. При наличии возможности не лишним будет внимательно присмотреться к поведению животных, чтобы малыши привыкли к присутствию незнакомых людей и стали вести себя естественно. В этом случае можно определить щенка, который занимает в помете лидирующее положение, или малыша, обладающего покладистым и спокойным характером. Французские бульдоги легко идут на контакт даже с посторонними для них людьми, и их дружелюбие дает возможность безошибочно выбрать подходящего для образа жизни конкретного человека – щенка. В целом, щенки французского бульдога должны быть активными и нетрусливыми, но совершенно не агрессивными. Также важно тщательно проверить документы, которые должны предоставлять хозяева щенка. Даже если вы приобретаете собаку не для того, чтобы в дальнейшем представлять ее на выставках, документальное подтверждение породы стоит иметь на руках. Выясните, в каком клубе состоят родители щенка, участвуют ли они в выставках. Посмотрите награды, которые имеются. Все эти моменты очень важны в процессе выбора вами здорового и перспективного в плане развития щенка. Оптимальный возраст приобретения щенка – не менее 8 недель. Щенки французского бульдога в таком возрасте вакцинируются, поэтому риск их заражения минимален. Также щенки 8 недель от роду отличаются уже более или менее независимым характером, самостоятельностью поведения, не так привязаны к матери, как в первые недели жизни. Если же вопрос о приобретении щенка решается, когда ему исполнилось 10-12 недель, вы можете быть уверены в том, что молодая собака уже имеет достаточное количество социального опыта, если, конечно, заводчик позаботился об этом. Адаптация такого щенка на новом месте будет проходить более ровно и спокойно. Многие собаководы на определенном этапе подготовки к приобретению щенков задумываются, какой пол стоит предпочесть. Здесь нужно основываться на предпочтениях. Мальчики больше по размеру, у них нет течек, но они любят метить территорию. К
К тому же кобели могут проявлять агрессию к своему сопернику. Для тех, кто предпочитает гораздо более ласковых особей, оптимальным выбором станет именно сука породы французский бульдог. Она послушнее и лучше поддается обучению. Но не забывайте, время от времени вам придется тщательно ухаживать за собакой, так как периодические течки у нее неизбежны. К тому же в этот период лучше внимательнее наблюдать за питомцем, чтобы не допустить случайных беременностей. Щенок породы французский бульдог непременно понравится членам вашей семьи. Главное – подойти к выбору здорового питомца со всей серьезностью. Good dog. Бывает, что здоровая собака получает травму, лишившую ее конечности или приведшую к частичной парализации. Как поступить в такой ситуации? Одни скажут, стоит животное усыпить, чтобы само не мучилось и нас не мучило. Другие вступят в борьбу с болезнью и постараются обеспечить питомцу интересную, полноценную жизнь. Good dog. Лада и Бостон выбежали на прогулку. Еще недавно они не имели надежду снова вести полноценную собачью жизнь. Их сбила машина. От Лады отказались волонтеры. Мы забрали ее из клиники, потому что было принято решение ее усыплять. И мы, скажем так, были против этого. Вот. А с Бостоном мы уже не допустили до принятия такого решения. У собак серьезно травмированные позвоночники. Одессит Вадим забрал животных к себе и заказал для них специальные инвалидные коляски. Когда собака живет в коляске, фактически снимается вся нагрузка. Собака живет полноценно, как все, она не травмирует себя. У нее лучше работают внутренние органы. То есть она, в принципе, по своим функциональным процессам ничем не отличается от обычных собак. Кроме Лады и Бостона, Вадим и его жена Ольга приютили почти 40 выброшенных, раненых кошек и собак. Те, кому нужен постоянный уход, живут в доме, остальные во дворе. Инвалидные коляски заказали только для Бостона и Лады. Их сделала киевская компания, которая изготавливает такие уже 10 лет. Мы были волонтерами, к нам попадали животные-инвалиды. Сначала мы заказывали за границей, у нас такого не было, таких ни колясок, вообще ничего не было для инвалидов. Мы заказывали за границей, а потом мы попробовали сами сделать. У нас получилось, мы это совершенствовали и перевели на вот такой вот уровень. Все коляски подгоняют индивидуально, учитывая размеры, травмы и потребности животного. Мы получили мерки от хозяев, и по этим меркам изготавливалась коляска. Изгибались трубы, по размерам изготавливалась текстильная амуниция. Это задняя часть, сюда помещается задняя лапа и нагрудная шлейка, которая держит, в общем-то, эту всю конструкцию на собаке. Вот так вот. Затем прикручиваются колесики. Компания уже помогла более 2500 животным-инвалидам. Good dog. Питомник «Мотор Сич» уже не один десяток лет вплотную занимается племенным разведением и дрессировкой собак породы немецкая овчарка. В копилке питомника сотни наград воспитанников-спортсменов, а также целый ряд довольных собаководов, которые однажды решили выбрать в качестве верного друга немца именно из этого питомника. Вот и сейчас у заводчиков есть новые потомства от двух пар. Мэрис Мотор Сич и Дик фон Хольк Камперхоф. Юный чемпион Украины, Молдовы, чемпион Украины. Лучшая немецкая овчарка на международных выставках в Лейпциге и Ганновере, Германия. Обладатель кубков German Winner, германский победитель, и Annual Trophy, ежегодный трофей. Щенки высокопородные, экстерьерной шоу-линии. Щенки рабочего разведения от пары Айша Мотор Сич и Галан. Они несут свою службу на отлично, охраняя предприятие. Бабушка щенков, известная своими спортивными достижениями, Фокси Ласт Хати. Помете 10 щенков, среди которых трое черных. Малыши будут вакцинированы, чипированы, имеют щенячьи карточки Кинологического союза Украины.
Good dog. Розплідник «Мотор Січ» здійснює послуги у напрямках реалізації цуценят готівкою та за безготівковим розрахунком. В'язка із виробниками розплідника. Для більш детальної інформації звертайтесь на сайт dogs.motorsich.com або телефонуйте 097-343-39-36. Good dog. Хвост трубы – это конкурс для тех, кто имеет хвост. Озвучивая победителей этого выпуска. Йоркширский терьер Коко, которой 3 года. Мимимишная внешность и стальной стержень внутри. Так описывает свою собачку Елена. Очень понимающая девочка. Послушная, любит охранять свою хозяйку. Большая собака в маленьком теле. Подарок – полотенце и консервы. Кот Саймон и попугай Жора также отмечены нашей редакцией. Особой дружбы у них нет, поэтому выпускаем попугая, когда можем приглядеть за пушистым охотником, сообщает Станислав. Кот активный, попугай тоже. Вот и играют часто в догонялки. Призы – консерва и миска. Антоша – котик породы курильский бобтейл. А это значит, что у него коротенький хвостик с рождения. Любовь Катерины – помощник в доме. Компаньон 24/7. Подарок – лоток. Мы поздравляем наших победителей. А для тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе, такая информация. Присылайте фотографии ваших питомцев и небольшой рассказ о них по указанному адресу. Лучшие получат подарок. Ждем фотографии ваших домашних любимцев. Не забывайте указывать свой контактный номер телефона. Good dog. Добродій – ветеринарна клініка, яка встигла добре зарекомендувати себе в Запоріжжі. Це місце, де люблять тварин і ставляться до них з повагою. У клініці надають терапевтичну та хірургічну допомогу. Лабораторна діагностика представлена широким спектром біохімічних та клінічних досліджень. На базі лабораторно-діагностичного кабінету проводиться ультразвукове дослідження органів черевної порожнини тварини. Вакцинація – одна з пропонованих послуг клініки Добродій. Екстрена допомога при лікуванні сечокам'яної хвороби. Стерилізація тварини. Чіпування. Добродій. Максимально доступні та якісні послуги ветеринарії. Шевченківський район, вулиця Кругова, 165. Та новий кабінет у районі трампарку на вулиці Козачій, 37. Працюємо усі дні тижня без вихідних. Good dog. Румер.ком.ua – супермаркет, де зібрано все для професійного догляду за чотирилапими улюбленцями. У нашому грум-маркеті представлені виключно високопрофесійні інструменти та аксесуари для стрижки тварин, спеціалізоване обладнання для грум-салонів, косметичні засоби всесвітньо відомих брендів. У магазині Румер.ком.ua – широкий вибір машинок для стрижки від виробників. Наш каталог ношить складається з 9 брендів, налічує понад 3 сотні різноманітних моделей. Ми готові запропонувати моделі гребенів та гребенців різних розмірів та призначень. Щітки, походерки, слікери, колтунорези, рейки та фурмінатори. А для того, щоб манікюр вашого улюбленця завжди був в ідеальному стані, зверніть увагу на різноманіття кіхти різів. У groomer.com.ua ви можете знайти бустер одно- та двомоторні з підігрівом повітря і без, ударостійкому або пластиковому корпусі і навіть бустери з технологією «Оксіген Плюс», які зроблять хутро вашого улюбленця неймовірно шовковистим. Також ми допоможемо обрати найбільш відповідний до ваших вимог стіл, ванну, кронштейн і навіть стілець для майстра. В наявності шампуні, кондиціонери, бальзами та маски для будь-яких типів та забарвлень шерсті. Також спреї проти сплутування, засоби, що надають об'єм, лосьйони для усунення свербежу та подразнень на шкірі, фарби та кольорові пасти для шерсті, фломастери, воскову та суху крейду, блискітки, трафарети для блиск-тату і навіть професійні аерографи. Тут можна знайти все та навіть більше. Groomer.com.ua – наша адреса в Запоріжжі, вулиця Незалежної України, 82. Зупинка – площа Фестивальна, біля супермаркету «Брусничка». Good dog. Самое главное для собаки, чтобы рядом был любимый хозяин, который поддержит, приласкает и развлечет, а когда нужно, снимет боль и пожалеет. Счастья и здоровья вам и вашим питомцам. Пока-пока. Good dog.